сыры майданулда бірден еркін күресінен стойкадан тәжірибесі бар екені көрініп тұр. Ал Адлан болса әлі стойкадан ешқандай әрекет жасап жатқан жоқ. Ну, хорошо тоже уходит от этих, хорошо уходит от проходов ноги. Смотрите, у него тоже у соперника, у Сырыма Адлана Умарова, он представляет клуб «Войнах», город Караганда. А Сырым у нас Альгат Батырык, это КСА Топ Тим, город Алматы. У нас получается здесь хорошая борьба в стойке сейчас. Оба очень хорошо борются в стойке, посмотрите. Вот. Здесь получается стойка с переходом на грэплинг перешла у нас. Сырым арқасын алып кетейін дегенде соңғы уақытта Адлан ондай мүмкіндік бермеді. Бұл жерде прогиб өкінішке қарай өтпеді. Адлан сол мүмкіндікті өткізіп алмай контроль жасады, бірақ Сырым қайтадан да шығып кетті. Оба спортсмена очень хорошо борются в стойке. Такая динамичная, красивая схватка. Это очень, конечно, сейчас интересная будет борьба. Оба такие со взаимным уважением спортсмены. Когда оба себя прощупали друг друга, они поняли, что хорошо борются оба в стойке. Теперь, когда борьба перешла в партер, посмотрим, кто лучше борется и в партере. После двух минут идет основное начисление баллов. Баллы только сейчас начали у нас заначисляться. Теперь Атлан пытается пройти гард. Здесь посмотрим, насколько навыки у грэплинга у кого лучше. Но Сырым Айдунлы постоянно участвует в соревнованиях. На соревнованиях Аига Про он не первый раз уже. Берет хавгард. Адлан Умаров пытается пройти. Смотрите, хорошо. Показал в одну сторону, перешел в другую. И в конце концов, смотрите, проходит гард соперника, но и забирает позицию маут. Получает 3 балла за проход гарда у нас. Так, отличие грэплинга и джиу-джитсу, здесь он баллы не плюсуются, как гард плюс маут. Здесь только дается за проход гарда. За позицию маут он баллы не получает. Но очень красиво и хорошо проходит гард Адлан. 3-0 проигрывает пока Сырым. Пытается дотянуться до ног, но это вот ноги очень далеко. Атлан защищает их очень хорошо. Посмотрите, от Сырыма. Вот опять уходит, поворачивается спиной Сырым. Хорошо. Выходит на ногу, но Адлан переводит соперника в партер со стойки. Зарабатывает еще 4 балла. Так как прошел у него чистый тейкдаун. Он оказался вне гарда. Таким образом получил 4 балла. Адланда өте мықты контроль екен, үстінен әсіресе Сырымға әрекет жасауға бермейді жана үстінен болғанда. Енді көрейік.
Соперники не залеживают друг друга, посмотрите, не пытаются сушить, постоянно в активном движении. Хотя осталось 40 секунд, смотрите, Адлан все равно пытается атаковать. Это очень хорошо. Сарым опять пытается проводить Кимуру, но... Сейчас. Еще один проход гарда. Очень мощная схватка, как очень глубоко дышат спортсмены. Видно, что за 6 минут это столько было смена позиций, столько напряжения. Оба физически очень сильные. Поздравляем Адлана Умарова. Победа 70 килограммов, конечно.